Затянувшие небо дождевые тучи не смогли испортить настроение всем собравшимся на площади Ленина. Увлеченные развлечениями, предоставленными организаторами, жители нашего города и гости Бреста просто не обращали внимания на накрапывающий дождь. Еще бы, по главной площади разъезжал веселый паровозик, предлагая любому желающему прокатиться на нем под задорные детские песенки. А для того, кто хотел в этот день почувствовать себя настоящим королем или придворной дамой, достаточно было прокатиться в карете. Руководство парка, нашего парка, вышло с предложением горисполкому презентовать те условия, которые они могут предоставить детям. Ну и они сами, парк, вы видите, стоит вот карета, стоит паровозик, и партнеры парка, которые постоянно, киоски работают на территории парка, вышли сегодня на площадь просто показать детям, нашим жителям города Бреста, какие услуги они могут представить. Если малыши и их родители с удовольствием катались на сказочном паровозике, то ребята постарше с нескрываемым интересом осваивали гироскутеры и наблюдали за фигурной ездой на велосипедах учащихся спортивной школы номер 2 нашего города. Наша школа находится на улице Дзержинского, 68. Мы приглашаем всех желающих детей в возрасте от 9 до 13 лет для занятий велоспортом. Сегодня у нас цель — популяризация велосипедного спорта не только в Республике Беларусь, но и в городе Бресте. Видя блеск в глазах начинающих велосипедистов, становится понятно, что данный вид спорта увлекает молодое поколение брещан, отвлекает от бессмысленного времяпрепровождения перед телевизором или компьютером. Я занимаюсь только первый год в велошколе. Я пришел в начале сентября. Я уже занимаюсь 3-4 месяца, мне очень сильно нравится. Мы очень длинные поездки, хорошо выезжаем. Время можно подобрать, как тебе удобно. Мы ездим в Брестскую крепость, на Бернады, на шоссейных велосипедах, на горных велосипедах. Маршруты очень большие и живописные. Мне очень сильно нравится. Весенний калейдоскоп подарил массу положительных эмоций всем собравшимся в этот день в самом сердце нашего города.